Правоохранительные органы Витебской области ежедневно сталкиваются с нарушениями закона. Происходят в регионе и чрезвычайные происшествия, которые требуют незамедлительной реакции специальных служб. Круглосуточно они несут боевое дежурство и готовы выехать на помощь. А журналисты сопровождают их в совместных рейдах, становятся свидетелями происшествий и рассказывают зрителям о том, что происходит. Еженедельный анализ криминогенной ситуации в программе «Закон и порядок». Смотрите в четверг в 20:30 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.